Дмитро Рябець, лікар-хірург, проктолог, завідувач проктологічним відділенням міської лікарні номер 3. Досвід роботи 16 років. Спеціалізується на лікуванні численних захворювань прямої кишки і параректальної області. Доброго вам ранку. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання та профілактику захворювань проктологічного профілю, зокрема, лікуванням яких захворювань займається лікар-проктолог. Врач-проктолог займається лічением, ізначально діагностикою, профілактикою і лічением заболівань толстої кишки, анорректальної області і області всієї проміжності. Туда вот входят как и заболевания терапевтического, так и хирургического профиля. Учитывая то, что врач-проктолог занимается хирургическими заболеваниями, это изначально врач-хирург, имеющий узкую специализацию и специализируется на вот этих, на этой области данных заболеваниях. Одразу, если это лікар-хирург, то выходит, чи можна ці захворювання лікувати, наприклад, без хірургічного втручання? Да, на начальних стадіях є такі заболівання, які піддаються, піддаються ліченню, консервативному, тобто медикаментозному ліченню без каких-то вмешательств или з применением каких-то малоінвазивних технологій, які дозволяють избежать каких-то больших травматичних операцій. Чому взагалі виникають такі захворювання? З чим це пов'язано? Це набуті чи це спадкові? В большинстве случаев эти заболевания, если взять общую массу всех болезней, это приобретенные заболевания. С чем это связано? Это связано с нашим образом жизни. Первое – это особенности нашего питания, злоупотребление жирной, жареной пищей, пищей, богатой специями. Малоподвижный образ жизни выделяет сейчас также вот и уже особенности заболеваний у офисных работников, так называемые вот заболевания сейчас офисного понтона, когда большинство людей сидят в офисах, сидячий образ жизни, да, это все малоподвижное, приводит к застою в органах малого таза, нарушается венозный отток и приводит к тем или иным заболеваниям. Также тут еще... Может быть, навпаки, так, людина занадто занимается спортом. Правильно, также тут и надо отметить, что чрезмерное занятие спортом или тяжелый физический труд может приводить к развитию данных заболеваний. Плюс сопутствующие заболевания. Все, что может привести к повышению давления области малого таза, раздражению слизистой кишечника, это все приводит к тому, что появляются те или иные проблемы со временем у наших пациентов. Я знаю, что много жінок боятся народжувати саме тому, что могут потом виникнути такие проблемы, так? Абсолютно правильно. У большинства женщин во время последнего, как правило, последнего триместра, во время родовой деятельности или в послеродовом периоде возникают те или иные проблемы. И с чем это связано? Потому что усиливается приток крови во время развития плода, потом происходит нарушение оттока, плюс во время потух повышается давление, и, соответственно, и мы имеем вот эти все проблемы. Зокрема, якщо взяти таке захворювання, як геморой, якщо геморой перестав, наприклад, турбувати, так, з'явилися симптоми, але він перестав турбувати, чи потрібно звертатися до лікаря, і от, чи є вірогідність, що симптоми з часом зникнуть? Если это первичная первично возникшие симптомы, которые до этого пациента не беспокоили, и даже если они прошли, желательно показаться, потому что есть такое понятие, как острый геморрой, допустим, тромбоз геморроидального узла, который сопровождается выраженными болями, и даже если его самостоятельно лечить
там с помощью всяких мазей, свечей, которые с удовольствием дают наши фармацевты в аптеках, да, это заболевание может стихнуть на 7-10 день. Но, как правило, если лечение не, скажем так, своевременное и плюс не специализированное, то вот эти симптомы, как правило, вернутся. Почему? Потому что вот эти все начальные симптомы – это предвестники того, что что-то уже не так. Лучше получить консультацию проктолога, чтобы избежать всех факторов, которые могут вызывать данное заболевание, плюс по возможности предотвратить. Потому что постепенно-постепенно эти симптомы могут усиливаться, добавляться еще другие заболевания, и, соответственно, может заболевание перейти на ту стадию, когда только необходимо хирургическое лечение. Скажіть, будь ласка, от у батьків, яких є такі проблеми, найчастіше своїм діткам, які сидять довго в туалеті, кажуть, виходь, виходь, бо тому що вони бояться, що такі ж самі проблеми виникнуть у дітей. Таке може бути чи ні? Да, сейчас уже особливо больше... там, якщо знаєш, що дитина з телефоном зайшла і все. Сейчас, вот если взять последние 5-7 лет, очень увеличилось, где-то в раз 4-5 увеличилось обращение детей, подростков в возрасте до 12 лет. С чем это связано? Первое, то, что уже говорил, это неправильное питание, как правило, нарушение гигиены, а также дети долго сидят на горшках, на унитазах, имея планшеты, телефоны, родители не запрещают. Плюс основное тоже вседозволенность бабушками, дедушками. Вот вам шоколад, вот вам мучное, пища, которая вызывает запоры, и, соответственно, все способствует повышению давления и развитию геморроидальной, в частности, допустим, болезни. Поэтому сейчас уже есть пациенты, которым приходится оказывать лечение, и даже не всегда консервативне, в возрасті 10-14 лет. Чим небезпечне недбале ставлення до такого роду захворювань? Основна опасность – любое заболевание хроническое, которое подвержено травматизации слизистой, периодическим воспалением, имеет возможность перерасти в какое-то злокачественное новообразование. Это очень важно, нужно знать, потому что основная цель – это предотвратить какие-то более тяжелые заболевания. И то, что правильно говорят, что геморрой, трещина, анальные полипы – это являются предраковые заболевания, которые требуют должного внимания, а не только вот когда у нас и выделилась кровь, когда появилась боль или появились какие-то другие симптомы, которые мешают жизнедеятельности. Тут лучше вот заранее это предупредить, потому что чревато уже более серьезными заболеваниями. Это по большому счету, это предопухолевое заболевание. А як часто потрібно відвідувати лікаря-проктолога, як, власне, чи потрібно до нього якось готуватися до цього відвідування? Всім після 40 лет желательно... Незалежно від того, чи є, чи нема симптомів, да, так? Желательно проходити так називаємо онкоосмотри. В поліклініках по месту жительства есть оглядовые кабинеты, так называемые, где каждый может получить консультацию, осмотр специалистам, врачом, вот, хирургам, но при необходимости будут направлены к проктологу. Если есть какие-то жалобы, можно без направлений обратиться в проктологическое отделение, где любой пациент может получить консультацию. И уже в необходимости от результатов исследования пройти какие-то скрининговые методы диагностики, обследования и тому подобное. И дальше уже пациенты показываются по необходимости в зависимости от результатов обследования. Ну, желательно один раз в год, всем после 40 лет стоит обращаться, чтобы избежать каких-то новообразований в частности. И хотелось бы нашу беседу все ж таки закінчити на якісь більш приємні ноті. От, зокрема, як ми можемо уникнути таких проблем зі здоров'ям, так, от ваші поради?
Основные парады – это коррекция образа жизни. Первое. Не должно быть малоподвижного образа жизни. Так, что навіть на роботі ми постійно сидимо, то бажано пройтися, так? Первое – это ходьба. Не сидеть больше часа, да, встать, хотя бы изменение положения тела на несколько минут будут улучшать кровоснабжение. Если не получается, наша работа требует сидячего образа жизни, допустим, сидит человек за компьютером и нет возможности отвлекаться от своей работы, обязательно упражнения, так называемые упражнения Кегеля, гимнастика для лечения и профилактики геморроя, упражнения для мышц промежности – это все одно и то же. Плюс правильное питание обязательно. Не должно быть большое количество легких углеводов. Следить за своим весом. Пища должна иметь достаточное количество клетчатки, чтобы не было и запоров, но и не должно быть ложных позывов в туалет, которые тоже способствуют повышению давления в области малого. Занятие физической культурой, но опять же то, что мы говорили, чрезмерные тяжести, тоже плохо. Что бывает, вот пациенты наши идут в тренажерный зал, начинают максимально поднимать тяжести, тренер их к этому еще начинает стимулировать. И эти все занятия заканчиваются в течение нескольких недель, и наши пациенты уже потом боятся идти, потому что что-то появилось. Плюс для многих становится новостью, если мы там идем в тренажерный зал, начинаем худеть, кажется, я худею, и тут вылазит геморрой. Все должно быть правильно, все должно быть в норме, без каких-то крайностей. Основное – это правильное питание, правильный образ жизни, і це вже основна профілактика. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Дмитро Рябець, лікар-хірург-проктолог.